В студии Татьяна Вишневская. Из-за буранов аэропорт Ростова-на-Дону работает по фактической погоде. Задержано несколько рейсов. В Ростовской области и на Кубани без света 37 тысяч человек. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае. Экстренные службы в некоторых регионах в повышенной готовности. Последняя ступень перед ЧС. В Орловской области спасатели помогали водителям выбраться из-за снежных заносов. Несколько раз выезжали на сигналы о сорванном ветром кровли. Вот что нам рассказали в региональном управлении МЧС. В эту ночь спасатели и пожарные подразделения выезжали 8 раз. На данный момент на территорию области продолжается снегопад, но уже не так интенсивно, как вчера.